мой! Мехмед! Олах! Спасите Мехмед! Моих шахзаде! Спасите! Мой повелитель! Мой повелитель, там пожар! Где пожар? В детской пожар! Мустафа, где ты? Мехмед! Шахзаде! Сынок, где ты? Пусти меня! Не ходите ради Аллаха, не ходите сюда! Я здесь, Мехмед! Назад, курить тут нельзя! Мехмед! Нельзя, курить! Там мои внуки, мои внуки! Мустафа! Мехмед! Мустафа! О, благодарю тебя, Аллах. О, успокойся, не плачь. Тихо, крошка моя, уже все хорошо. Чимбеляга, что там произошло? Мой повелитель, не беспокойтесь, никто не пострадал. Загорелось дерево, подарок невесте, но хвала Аллаху, Виктория спасла Шахзаде. Я видеть огонь. Я взять дети. Почему огонь, я не знаю. Я могу сказать, почему огонь. Твой сын это сделал. Ну скажи, а? Мать так велела. Не трогай его, убери руки. Ты меня отравить пыталась. Не получилось. Теперь моего Дюрек сына... Фатун. Сейчас же успокойся. Иди в свою комнату. Мустафа. Хюрем, ты слышала, что я сказал? Сыночек, все хорошо. Не бойся. И не делал пожара, клянусь Аллахом. Я защищал Мехмета, братика. Умница моя. Ты не дал погибнуть брату. Всегда так поступай. Братьев надо защищать. Гости уходят, Дае. Проводи их, как полагается. Давайте, пора расходиться. Мы совсем одни, и нам страшно. Ты отругал меня. Я не понимаю, за что?
Гюльнихаль Хатун. Сердишься. Отвернулся даже. Ты знаешь, я боюсь. Что она говорила, эта женщина? Эту женщину зовут Мухидевран. Она Хасыки Султан Хюрем Хатун. Мать Шехзаде Мустафы, учти это. Но ведь ты очень обижен на нее. Мои отношения с Мухидевран касаются только меня. А ты должна относиться к ней уважительно. Не бросай нас, не уходи, Сулейман! Папа твой обиделся, сынок. Как же быть? Если он ее разлюбил, вдруг и меня разлюбит. Мне нужно бороться. Сулейман, не бросай нас. Дорогу! Дорогу султану Сулейману Хану! Валиде, свет моих очей. Молитесь за всех нас. Сынок, да поможет тебе Аллах в деле твоем благом. Гюльфем Хатун, принеси рубашки-талисманы, что я велела приготовить. На них вышиты молитвы, сынок. Носи всегда их. Они как броня защитят. Буду носить их, матушка, не снимая. Хатидже. Пусть Аллах пошлет вам светлой широкой дороги. Аминь. Как вернемся, сразу же сыграем свадьбу. Мустафа, мальчик мой, слушайся маму и учись, не ленись.
сынок. Берегите моего Мехмета. Молитесь за нас и нашу победу. И да хранит вас Аллах. Слушаю, Хюрем Хатун. Были какие-нибудь вести от падишаха? Ты же все знаешь. Ничего еще нет. Но Аллах сохранит их. Что это такое? Джавшен, так, кажется, вы называете. Султану хотела его отдать, но не смогла. Нигер, я очень боюсь. Вдруг случится что-нибудь. Не говори так, не надо. А что ты не выходишь никуда? Валиде запретила, велела в комнате сидеть. И не выходить никуда. А султана нет, уехал. А ты иди к Валиде Султану, попроси прощения. Раскайся. Руку ей поцелуй, край платья. Я что, провинилась? С какой стати целовать ей платье? Да, тебе больше нравится узником сидеть. Буду сидеть. Вот вернется султан, он меня отсюда выпустит. Хюрем Хатун. Знаешь, я бы не стала так уверенно утверждать. Как говорят, надеясь на лучшее, готовься к худшему. Разлука с тобой словно огонь сжигает меня. Она точит меня, как недуг. Меня излечит только твой голос. Нежность, ласка и любовь. Нет тебя, и я будто мертвец во дворце. Хюрем Хатун. Нигер не пойдет, она нужна мне. Сюмбюль, ты плачешь? Что случилось? Сюмбюль, ага, что с тобой? Галера падишаха затонула. О, Аллах, помоги нам. А государь, говорят, погиб. Нет.
Сулеймана нет. И Хюрем нет. Жизни нет. Как перенести это все? Такое горе. И брат. И Ибрагим. Это еще не подтвердилось. Не падайте духом, Хатидже Султан. Что с нами будет? Мы с Мустафой остались совсем одни. Он еще маленький такой, а должен взять на себя это трудное дело. Довольно рыдать. Быстро вы смирились. Султан Сулейман не умер. Он жив. Он правда жив. Я чувствую. Хюрем Хатун. Хюрем Хатун. Ну, что скажешь, как ребенок? Все нормально, кровотечения уже нет. Не горюй, пришла прекрасная весть. Султан Сулейман жив. Правильно, я знала. Я говорила всем. Он не умер, говорила. Он не бросит меня, он слово дал. Он сказал, смерти нет. Спасибо, Аллах. Аллах, бисмиллях. Девушки, подойдите ко мне. Что такое, Нигер Калфа? Что это за сундуки? В этих сундуках все для вас. Это подарки. Смотрите, выбирайте. А кто дарит? Я дарю. Открывайте. Это от всей души. Ну же. Открывайте! Это тебе. Вот, возьми. Держи. Этот цвет тебе пойдет, мне кажется. Айше, это тебе. Вот, смотри. С
Чего это ты все раздаешь? Султан Сулейман возвращается. Аллах уберег его. Это такая радость, и я хочу с вами ее разделить. Ты вдруг стала ангелом? Я хочу мира. Хочу всем вам быть подругой. Чтобы не было никаких ссор, а пришли мир и благодать. А вечером устроим праздник. С музыкой и танцами. Хюрем Хатун. Султан вернулся. Он у Валиде Султан. Уже вернулся? Сказали, что завтра. Ты уверена, что султан во дворце? Ну иди, Хюрем Хатун. Говорю же, султан приехал, клянусь. Султан мой, простите свою рабу. Я родила девочку, а не мальчика. Мне стыдно, что я не смогла сдержать слово. Мой повелитель, я несчастна. Мне страшно. Простите меня. Встань, Хюрем. Как взгляну я в ваши прекрасные глаза? Встань, я сказал. Я так скучала. Столько плакала. Как очаровала вселенная мои глаза. Кровавыми сделала она слезы мои, что текут без конца. Даже в схватку со львом, вступая смертную, я влюблен безнадежно до кончины своей во вселенную. Красиво. Кто написал? Мухиби, да? Нет, это стихи отца Мухиби, султана Селимхана. А написано Валиде Султан. Он очень ее любил. Чудесные стихи. Мехримах. Очень красивое имя.
Моя хорошая, нежная дочь. На свою мать похожа. Ты будешь красивый, умный, как мама, да, Мехримах? Ты ее правда любишь? Это же мой ребенок. Это моя кровь, моя душа. Неважно, мальчик это или девочка. И родила ее любимая женщина. Я по тебе очень тосковала. У меня важные дела. Нигер Калфа, отведи ее к Шехзаде, а я сообщу в покое султана. О, Аллах, идемте. Ты видишь, лекарша пошла. Твой братик заболел. Надо бы проведать. Отпусти, мне больно. Потерпи, Мустафа. Немного осталось, сынок. Он простыл, вот и кашляет. Мой братик пришел, Мехмед. Сочувствую тебе. Как он? Хорошо. Выздоравливает. Уходи. И унеси сына. Мустафа, сынок, ну как же ты? Что ж ты так расхворался? Плохо тебе, да? Очень плохо, сынок. Валиде, маленький Шехзаде может заразиться. Да-да. Хюрем, Мехмеду опасно здесь находиться. Унеси его. Мы очень опечалены с Мехмедом. Выздоравливай скорей, Мустафа. Повелитель, вы позволите удалиться? Что с моим сыном? Он простудился, повелитель. Я наношу ему мазь. От нее кашель скоро пройдет, и он поправится. О, Аллах, какое счастье! Ты простудился. Скоро все пройдет. Когда Мехмед Челеби прекратил занятия? 2 недели уже. Я сразу сменила учителя, как узнала. Хюрем Хатун, куда ты? Если что нужно, скажи мне. Ничего не нужно. Я иду проведать Шехзаде Мустафу. Шехзаде уже лучше, машалла. Иди к себе, завтра навестишь. Сейчас никак нельзя. Государь изволит там быть. А он опять у них? Да, сидит у изголовья сына. Не стоит их беспокоить. Не беспокоить, а меня можно. Иди, куда шел, Сюмбюль. Надо ссор. Только что? Он вышел из покоев Махидевран Султан. Был всю ночь, да?
Тихо, Юрем. Тихо. Так, возьми. Осторожно. Положи в колыбель. Султан Сулейман хан. Мы так соскучились. Я подкарауливала даже, чтобы хоть посмотреть на вас. Как Шехзаде Мустафа? Нас не пускают проведать его. А ведь они братья с ним. Мустафе уже лучше. Это не то, чего мы боялись. Так что они могут повидаться с Мустафой. Мой повелитель, ну когда же мы увидимся? Может быть, вы сегодня останетесь у нас? Дел много не знаю. Разделим вечернюю трапезу, а? Я очень буду вас ждать, повелитель. Сюмбюляга. Повелитель. Гюльнихаль. Найди Сюмбюлягу и Нигер-Калфу. К нам вечером придет повелитель. Пусть приготовит самые лучшие яства. А я в баню пойду сейчас. Вечером я надену свой самый красивый наряд и самые лучшие украшения. Он точно придет? Делай, что велю. Без вопросов. Уже все готово к трапезе? Готово. Будет что-то нужно, я рядом с детьми. Султан сейчас придет. Детей уложи спать. И в гостиную не выходи.
Не идет. Где ты, Сулейман? Ты должен был прийти. Не выдумывай, Хюрем. Ты спокойна. Что-то плохое случилось, Гюльнихаль. Не говори так. Не пугай меня, Хюрем. С Сулейманом что-то. Он пришел бы. Я в этом уверена. Просто задержался. Он придет, не волнуйся. Уже нет. Вот я и волнуюсь поэтому. С ума схожу. Я иду туда. Хюрем! Хюрем, подожди! Хюрем! Отойдите. Дайте мне пройти. Я Хюрем Султан. А вы кто такие? Я вот это имел в виду. Иди скорее туда. Пусть удалится. Но меня она не послушает. Должна слушаться. Я сейчас закричу. Вам же хуже будет. Султан услышит. Хюрем Хатун, иди лучше к себе. Ты что-то от меня скрываешь? Говори. Ну, в общем, тут такое дело. Султан не один. И с кем же? Повелитель проводит священную ночь четверга с семьей. Махидевран Султан у него. Хюрем Султан.